Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас лотерейка 3 семерки, одна из моих любимых лотерей. Главный приз в ней 1 миллион, стоимость 50 рублей. Вот решил приобрести сегодня, порадовать себя, как говорится. И я хочу вам сказать, что цветовая гамма этих лотерей внушительно удивляет. 1 миллион суперприз, минимальный приз 50 рублей, сетка выигрыша большая, 60% призовой фонд. Друзья, перед тем, как мы начнем играть в лотерею, прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк под данным видео и смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу. Делаем вот так, зум, и начинаем играть. По правилам игры, если три символа совпадают по диагонали, забираете миллион. Если по горизонтали, 50 рублей, 100 рублей, либо же 150 рублей. По вертикали, 500, 1000, 5000. Если вот так по диагонали совпало, 50 тысяч ваши. Ну, надеюсь на крупный выигрыш, а тут как карта, как говорится, ляжет. Ну, у нас здесь на данный момент выигрыш 50 с лету сразу, друзья. Вытру все остальные поля. Но тут уже выигрыша 100% не будет, потому что по одному полю все равно идет только выигрыш. Билетик сам себя окупил, 50 рублей. Самый частый выигрыш в данную лотерею. Я не знаю, но мне в нее очень часто везет, в эту лотерею. Вот как сейчас. Опять же второй билет. И опять же выигрыш 50 рублей. То есть лотерея сама себя окупает. На самообеспечении, короче говоря, стоит. Вот так. Это лотерейка 50 рублей. Три вишенки совпало. Довольно-таки неплохо, круто. Вытираем еще. А тут уже, друзья, походу без выигрыша лотерейка это идет, да. Да-да, друзья, это уже без выигрыша лотерея. Конечно, обидно, досадно, но, в принципе, за две лотереи денежки вернул. А две вишенки, третий колокольчик, тут два колокольчика, третья вишенка. Надо было что-то так поменяться местами. Но, тем не менее, друзья, по горизонтали также ничего не совпало, по диагонали также. Тем не менее, друзья, вернул из 150 100 рублей, это уже достаточно немало. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой лотереи. Подписываемся на канал Технобар Плюс. Я, как обычно, всех обнял.